Gefällt mir schön. А помните наш туалетик, шауэр такой маленький, душик? Сейчас у нас вот джакузи. Окно уже вот там. Побольше немножко. Полочки такие. Унитаз уже вон где стоит. Умывальничек. Лампочки. Это душ. Наш душ. Стеклышком. Такие полы. Мрамор с гранитом. Насобирал на стройках Калифорнии. Сейчас пойдем на улицу, посмотрим, что там. Начнем с угла, где у нас стояла пальма. Вот там угол забор где. Помните, у нас деревянный забор был. Сейчас вот такой блочный забор. Деревянный упал, свалился, я его растащил, выбросил. А это я забетонировал площадку. Хочу построить тут беседочку. Старка умерла, но будочку мы сохраняем, как реликвия наша. Это мангальчик стоит. В прошлом году посадили деревья. Сейчас покажу сначала дом, как он смотрится сейчас со двора. Вот он. Вот это вот. Конца той крыши. Это новая крыша и новая комната. Пристроена вот до этой крыши. Это лесенку я сделал. Вот это первое деревце. Видите, цветет деревце в цветах. Это у нас нектарин будет. В прошлом году посадили, он цветет обильно. За ним там дальше зеленый. Это лимон. Лимон. Здесь справа последний вот этот. Это будет гранат. Вот это будет у нас мандарин. В этом году уже были мандаринки. Штук 40, наверное. Деревце маленькое, такое плодоносное. Это только начинает листья распускать. Там будет сливка такая. Тоненькая. Вот почки набухли. Уже кое-какие лопнули наши листочки. Вот такие пироги. Живем среди заборов. Это вот